Полагаю, вы ознакомлены с нашей позицией? Мы послушаем снова. Отлично. У нас ряд требований. Да, конечно. Но я предпочла бы выслушать их от заместителя посла Рафик. Буду рад помочь. Как сказал мой коллега Хасан, у нас есть ряд требований. Вы что, с ума сошли? У нас 2 дня. Вы тратите время на разговоры с Рафиком? Он же просто бюрократическая крыса. Вообще-то, нет. Локер, поставь запись из Кэмп Дэвида. Это Ясир Арафат и Худ Барак в Кэмп Дэвиде. Видите, каждый пытается подтолкнуть к двери другого. На Ближнем Востоке формальности прежде всего. Самый влиятельный человек всегда заходит последним.